Всем привет! Сегодня продолжаем рубрику «Готовим вместе». Сегодня будем готовить ужин желудочки куриные. Для этого нам понадобится куриные желудочки 500-600 грамм, луковица средняя, морковка. Половинки хватит вполне. Половинка лимона. Черный молотый перец. Соль. Подсолнечное масло. Немножко соды. Ну и, естественно, приправы. Я буду использовать кавказские травы, зиру и молотую паприку. А теперь начнем готовить блюдо. Сначала желудочки нарежем на кусочки. Кусочки можно делать любые, кому как понравится. На большие, на маленькие. Я обычно делаю где-то средние, чтобы можно было за раз укусить. Итак, нарезаем. Итак, нарезаем все желудочки. Нарезали желудочки, нарезали лучок, натерли морковку. Ставим сковородку, нагреваем ее, добавляем масло. Добавляем масло. Засыпаем лук. Обжариваем его до золотистой корочки. Добавляем морковку. И обжариваем все, пассируем немножко. Ну, сколько уйдет? Минут 5. И добавляем желудочки. Пока ничего не добавляю, просто сначала обжариваю с морковкой и с луком. Обжаривая не больше 10 минут, я добавляю немножко лимончика. Немножко. И добавляю воды. Воды я наливаю побольше, потому что хочу сделать с подливой. И теперь я солю. Солю по вкусу, сколько кому нравится. И лучше потом досолю, если нет. Немножко перца. И пол ложечки соды. С содой она будет немножко мясо получше, побыстрее вариться. И добавляю прям сразу специи. Немножко по вкусу. Кавказских трав немножко, молотую зиру немножко и паприки. Вот и хватит. Все перемешиваем, доводим до кипения, убавляем и накрываем крышкой и тушим еще где-то час. Вот прошел час,
В принципе, желудочки уже готовые. Уже как бы изюминку добавлю. Один лавровый листочек. И свежезамороженная зелень. Укроп, петрушечка. Все вот это. И еще пусть минут 5 потомится. И все это будет готово. Все это можно с пюрешкой, картошечкой, с макарошечками, с рисом. Прекрасная и вкусная еда. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. А я буду радовать вас следующими вкусняшками. Всем пока. До встречи.